Мы установили 4 камеры в саду. Это новейшие технологии. Сенсорные. Они улавливают малейшие движения. Видео мы в любое время перекачаем на ваш компьютер, господин Саваш. И скоро вы сможете все отслеживать. Отлично. Удачи в работе. Спасибо. Для кого это? Для работников или посетителей? Дядя, я больше не хочу видеть здесь ничего противозаконного. Ты глава, сынок. Как скажешь, так и будет. Идем. Кстати, полагаю, ты понял. Надия мне очень дорога. Если я узнаю, что ей навредили, я не посмотрю на семью и достанется всем. Зачем ты мне об этом говоришь? Чтобы ты передал тому, кому нужно. Девушка все видела. Видела, но забыла. Ты понял?